Пальмы, ротонды и отдыхающие у моря теперь запечатлены рядом с жилыми домами. Картину пишут в силуэтной манере графики. Цвета не случайные. Коричневый, песочный, бордовый или терракотовый – основные в рамках единого архитектурного облика курорта. Краска фасадная, наиболее устойчивая к погодным условиям. Картина уже прошла испытание сильным ливнем и осталась целой. По словам художника Галины Бересневой, отдыхающие быстро оценили идею сочинцев. Гостям нравится смотреть не на пустынные стены, а на произведения уличного искусства. Единственное, я слышала, люди вот проходят и говорят: хорошо, конечно, только бы вандалы ничего не попортили. Ну, думаю, что если мы будем и так дальше украшать наш город, то у людей менталитет поменяется, и они будут более позитивные. Готовая картина на стене для большей прочности будет покрыта фасадным лаком. В планах художника и его единомышленников-горожан расписать такими картинами и другие объекты микрорайона Мамайка. Сюжетов в утвержденном муниципалитетом эскизе хватит не на одну стену.